Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. И ничего в мире нет такого, что не подвластно было бы нам. Приветствую всех, с вами Надежда Сергеева. Сейчас я покажу вам, как новичку раскрутить свою страничку. В каком плане, значит, как добавлять друзей, чтобы страничку вашу новую не заблокировали. И вообще, да, как добавлять свою целевую аудиторию, как раскручивать страницу, набирать подписчиков и, собственно, друзей. И тех людей, которые будут просматривать вашу ленту, ставить классы, да, лайки, комментарии, может, какие-то писать. Вот здесь вот посты совсем как бы, да, свежие, еще ни лайков, ничего нет, но... В основном люди реагируют хорошо на какие-то посты. Там, ну, когда людей тысячи, очень мало лайков, ставят их только свои, да. А когда людей уже чуть-чуть больше тысячи, там уже побольше. Собственно, когда друзей на вашей странице будет там 3-4-5 тысяч человек, соответственно, конечно, у вас будет и много лайков, много комментариев, много какой-то реакции, да, трафик на вашей страничке будет все равно больше, поэтому для этого нужно ее раскручивать. И вот, значит, как это можно сделать. Я делаю это на трех сервисах. Есть вот такой сервис, бизнес как бы сервис, да, kaliostro.com. Здесь находятся, значит, на этом сайте сетевики, которые точно так же приходят раскручивать свои страницы, продвигать свои предложения, свои команды, свой бизнес, да, в интернете. Там много-много всяких, вот, если я сейчас войду, я захожу обычно через контакт. И там вот вы увидите то, что людей очень много. Собственно, пишут сообщения в партнеры, там добавляются. Значит, ну как бы очень интересно здесь вот тоже все это дело такое. И, собственно, можно просто зайти в свой личный кабинет, нажать на слово «ротация», подобавлять вот аккаунт, если друзей, значит, подобавлять людей и потом попасть в эту ротацию, и люди будут точно так же добавлять вас. Но вот эту страничку ВКонтакте я раскручиваю другим сервисом. Сервис называется Public Hub. Точно так же захожу через контакт. И делаю, собственно, то же самое. То есть вот задание. Вот, если я нажму, да, сюда на задание, смотрим, что у нас появляется. Появляются люди, которых нужно добавить друзья, а именно 9 человек. Вот, 9 человек и одна группа, в которую нужно вступить. После того, как вы попадаете в очередь распределения, вы как бы, ну, вас добавят 20 человек. Если, допустим, выполнять такие действия 5 раз в день, так как лимит ВКонтакте 50 заявок, да, за месяц у вас будет возможность увеличить количество друзей на 4500 человек. Вот таким вот образом. Ничего сложного. Просто добавляете в друзья. Если у вас есть время свободное, да, и вы добавлять будете их там 5 раз в день, там распределите как-то, то здорово. Я лично добавляю либо один раз в день по 20 человек, и там остальные люди это уже добавляю там из групп каких-то там, или просто там кому-то захожу, да, добавляю друзья. Либо захожу дважды, да, утром и уже вечером, как бы, ну, чтобы был как бы приличный промежуток между добавлениями, да, чтобы все-таки сами модераторы ВКонтакте, ну, не думали то, что я там
робот какой-то, да, понадобавляла сразу за раз там себе друзей. Вот люди все реальные, все настоящие, все люди эти занимаются бизнесом каким-то, да. Вы, если, допустим, ваша целевая аудитория это сетевики, то вы вообще спокойно можете вот с ними работать. Но причем здесь не только сетевики, которые там уже, ну как скажем, заядлые, да, сетевики, а люди, которые тоже так же, как и вы, новички там в каких-то компаниях, там в косметических там или каких-то, да, там проектах мелких работают. То есть вы запросто можете с ними работать, писать им, там, выходить на контакт в Skype и так далее, да, то есть это, собственно, тоже хорошая площадка для работы. Ну, об этом как бы подробнее это все равно, конечно, в обучающих уроках, да, у нас в команде. То есть вы все равно все этапы пройдете, если вы новичок, и тогда вам будет более понятно, да, картинка. Пазлы так сложатся, да, в одно целое, будет намного проще, все понятнее. Вот, значит, я добавила 9 человек, нужно вступить в группу, группа совсем маленькая, да, 35 человек, ну вот таким образом человек раскручивает, значит. А, нет, здесь вот уже написано, что участников много, там 35 подписчиков написано, ну ладно. Вот, все, значит, это я второй раз уже прошла вот эти вот задания, да. Я добавила, значит, получается 20 человек я добавила. И если здесь вот суммируются вознаграждения, я дважды добавила, значит, ко мне добавится 40 человек, там, ну, примерно за сутки, а может быть за двое. Ну вот вчера я проходила ротацию, и у меня добавилось... Так, 633 человека. У меня было вчера 500 с чем-то человек, там я уже, ну, ближе, да, к 600. То есть вот у меня уже здесь есть, и еще люди, которые вот 34. То есть, ну, около 100 человек в сутки можно себе добавлять на страничку вот таким вот образом. То есть очень это клево. То есть за 3, там, за 4 дня можно набрать себе минимум 200 человек. Минимум. Вот видите, я подобавляла, и человек уже подтвердил, что я друг. И еще есть один сайт, который также помогает, значит, раскрутиться, да, это называется Top Leaders. Здесь делается все то же самое. Точно так же вы заходите, проходите ротацию и, собственно, уже там раскручиваете свою страницу, да, для начала. Так, еще что, значит, на каждом сайте есть еще также партнерская программа. Вы можете там заплатить денежку, да, и, допустим, все это делать на автомате, не сидеть вот это вот на кнопочки нажимать, да, на автомате заходить там в VIP, может, какие-то аккаунты, да, и продвигать свой бизнес. Ссылки на эти сервисы я все скину, все вам дам. То есть без проблем сможете на них зайти посмотреть. Захотите, если будете также дополнительно еще на этом зарабатывать, да. Дальше, значит, что? Ну, в принципе, я думаю, пока этих трех будет достаточно сервисов. Очень рада, что вы досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно было полезным для вас. Если вы есть в YouTube уже и работаете, то подписывайтесь на мой канал. Я буду выкладывать как можно больше полезностей. И уже есть там тоже полезности. То есть заходите, смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии как в YouTube, так и на моих страничках. Всем спасибо. С вами была Надежда Сергеева.